Компания Microsoft работает над завершением обновления Windows 10 Creators Update, которая также известна под кодовым именем Redstone 2. У разработчиков уже есть планы и на более отдаленное будущее. В конце апреля должны появиться первые предварительные сборки следующего крупного обновления Windows 10. Известно, что версия Windows 10 под названием Redstone 3 должна выйти осенью 2017 года. Новая информация от Zor более подробно рассказывает о планах Microsoft после релиза Creators Update. Похоже на то, что Microsoft поставила задачу выпустить Redstone 3 в ноябре. Первые предварительные сборки должны появиться в конце апреля, последние в октябре. Если это так, то финальная версия Windows 10 Redstone 3 будет закончена до 25 октября. Это обновление появится под номером 11.17, где 17 это год, а 11 месяц, то есть ноябрь. На данный момент эта информация не подтверждена официально, но появление Redstone 3 в эти сроки имеет смысл, поскольку 2 года назад в ноябре также было выпущено крупное обновление Windows 10 под номером 15.11. Стоит отметить, что в прошлом году обновление под названием Anniversary Update для Windows 10 вышло в конце лета, а не осенью, что немного нарушило традицию, которой по сути и не было. Осенью Microsoft должна представить и другие важные продукты, некоторые надеются увидеть даже смартфоны Surface Phone, существование которых пока также не подтверждено. В октябре-ноябре Microsoft проводит мероприятия, на которых представляет свои новые устройства. Даже если информация не совсем точная, обновление Redstone 3 должно появиться осенью, и октябрь с ноябрем являются наиболее вероятными вариантами.